Кроссенгартен парк Дрездена – одна из самых главных достопримечательностей города. Громадный парк почти в центре Дрездена. Дрезденцы часто называют его еще Фолкспарком. Большой сад – памятник садово-паркового искусства. Самый красивый парк Дрездена. Расположен вблизи старого города. В 3,5 километрах к юго-востоку от Театральной площади. Большой сад занимает площадь в 147 гектаров, на которой расположен дворец и прекрасный парк. По территории парка проходит малая железная дорога, которая пользуется огромной популярностью у жителей города и также его гостей. Большой сад был заложен в 1676 году перед городскими воротами, как охотничьи угодья, по приказу курфюрста Иоганна Георга III. Ну, для развлечений, для проведения охот дворцовых. За последние 300 лет он претерпел множество реконструкций и неоднократно расширялся. С 1814 года стал общественным парком. Это место проведения культурных мероприятий и фестивалей. В нем имеется несколько сцен на открытом воздухе, где проводятся концерты и фестивали искусств. Центральным элементом парка является летний дворец, шедевр в стиле барокко, заказанный Иоганном Генрихом III в 1676 году, завершенный в 1683. Это один из самых ранних примеров архитектуры барокко в Германии. В 1945 году здание полностью сгорело в результате варварских бомбардировок англо-американской авиации. К реконструкции приступили в середине 50-х годов.
и только в 1990 году приступили к реконструкции интерьера замка. Нашему дальнейшему знакомству с парком помешала погода. Пошел дождь. Сильный-сильный ливень. Мы идем.